Когда кажется, что все идет не так, я останавливаюсь и вспоминаю, зачем я начал. Каждый день – это шаг вперед, даже если он кажется маленьким. Я понимаю, что трудности – это всего лишь временные преграды. Они не определяют мой путь. Я смотрю на свои цели и вижу, как они становятся все ближе. Каждый маленький успех – это кирпичик в моем большом здании мечты. Я учусь на ошибках, и это делает меня сильнее. Важно не терять веру в себя и свои стремления. Я продолжаю двигаться, даже когда дорога кажется трудной. В конце концов, именно эти шаги формируют меня и приближают к тому, о чем я мечтаю.